Сабайында тұрғанда, ақшамы сәяқанда Күрлерің дегамында, ақылында тұт-тұт Ұнутма кім сен, көлерің тамырында Еларнен қалқ азапта қайты, кене үміт Тарихны бүл, күм, әгер сен дегіл Ана баба доған ернен доғры бір бекіл Ялы бойу дақлар, чөл бірлікте күмет Ара болған және алсан, юректегі севет Пек мұқайтыл, арам йолар чок Ама бізім адетке, көре олар йоқ әне йоқ Ярынке алымыз, не олажақ аслы Тақтырымыз бізден ғайры, кімге бақлы Ана тілі табияшлықтан оғрендек керек Я білмесен асыл қырым татарсын сен демек Бақыт құл кеби, пеш бармақ арасындан Қырымлықты яшағанда білгенін қорчала Қабиқатты иман олмақ керек Қатырла дүнияларың башында Ля иляхи иллялла бір йол бір мақсат бір дин бір фикир Бұны білмесек Әжеба кім білір Кім, кім білечек Егер біздегіл Кімін кишап әтежек Егер біздегіл Омур бірім теан Бүгін еді аттамам Бүл не ерде елі ал не ерде арам Кім дуалар оқыжақ Егер біздегіл Кім кесір құрачақ Егер біздегіл Омур бірім теан Бүгін еді аттамам Бүл не ерде елі ал не ерде арам Кім дуалар оқыжақ Егер біздегіл Кім кесір құрачақ Егер біздегіл Омур бірім теан Бүгін еді аттамам Бүл не ерде елі ал не ерде арам Кім білечек Егер біздегіл Кімін кешап әтежек Егер біздегіл Омур бірім теан Бүгін еді аттамам Бүл не ерде елі ал не ерде арам Урфадеттер тіліміз Мәдениет білгі дініміз Бізім қолларымызда Иншалла Чок сау ол, сау ол, сау ол Сау ол, сау ол, сау ол Иншалла, Эвелиночка, тез вақытта яқшы олып, кеда Эвелиндер Бізім ярдымызден, сіздің ярдымызден, иншалла, дуалар оқыжамыз Алла сауыны берсін Сау ол, сау ол Рэп на крымско-татарском языке. Наш шоу-бизнес двигается вперед. А мы продолжаем наш концерт. И знаете, я все больше убеждаюсь, что на самом деле добро есть, и оно среди нас. Наши сердца открыты для помощи, для благих дел. И знаете, солисты ансамбля «Крым» тоже сегодня в этот вечер с нами. И с нетерпением хотят подарить вам этот танец. И для тебя, Эвелиночка, смотрим и наслаждаемся. Харшилаймус, ансамбль «Крым». Thank you.
Наш сегодняшний вечер продолжит певица Риана Меджитова. Харшаламис, встречаем. Сильно милой ты не будешь никогда, только зря и только зря. Зря ты мучаешь себя. С тобой не буду, тебя я забуду, прости меня. Без тебя засыпаю, о тебе не мечтаю. Какой-то национальности. Нет разницы, как ты называешь того, в кого веришь. В мире существует только два типа людей – хорошие и плохие. Хорошие творят хорошие дела, а плохие – плохие. Сегодня с нами только хорошие. Для вас поет Наталья Попова. Встречаем. Не сказать.
Как здорово, что вы не забыли Эвелину. Мы, конечно же, будем следить за этой ситуацией. Эвелиночка, солнышко, тебе, конечно, хочется пожелать крепкого-крепкого здоровья. Все будет хорошо, я уверена. А вам, родители, хочу пожелать силы, а самое главное – веры. Потому что, как говорится, по вере нашей, да воздается она. Также хочу сказать, что у беды нет национальности на самом деле. И вот этот маленький ребеночек, маленький ангелочек, дал нам возможность задуматься о том, задуматься о истине. А истина, она едина. В чем? Чтобы мы были добрее, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы любили друг друга. Я уверена, все у вас будет хорошо. Она единожды уже победила этот недуг. И она победит еще раз. Здоровья, терпения, силы. И еще молитесь, потому что молитва родителей – самая сильная молитва. Здоровья. Ну и чтобы не было так совсем грустно, хочется подарить вам песню. Эта премьера была буквально недавно в Украинском театре. Ну, на ваш суд. Очень быстрая, зажигательная композиция про сильную женщину. Эвелиночка, ты сильная девочка, ты справишься со всем.